Отцу за приглашение присутствовать на этом высоком собрании. А во-вторых, хочу поздравить всех присутствующих с наступающим весенним праздником. Мои родители как раз были в той волне беженцев, которые покинули Литву во время немецкого наступления в 14 году. И здесь они осели, я уже родился в Ленинграде в 26 году. Учился здесь в Горинституте и стал по профессии геологом, много очень работал в Сибири, в Якутии и так далее. Ну, после окончания войны выяснилось, что у нас в Литве не осталось никаких родственников. И только случайно удалось найти кое-кого из них. Но самое интересное то, что уже начиная с послевоенных первых лет, мы стали ездить, я, мой брат и моя мать, мы стали ездить туда обычно на летние каникулы. И проводили время либо в Паланге, либо в Швентове, на байдарках по Швентове, по Жемяне и по другим местам Литвы. Так что, хотя я там и не жил, и, к сожалению, не разговариваю по-литовски, но очень много лет мне пришлось ездить туда, встречаться с моими коллегами по профессии, встречаться с многими людьми, которые населяют Литву, знакомиться с ее природой. И так далее.